Крыса во плоти. По-другому это никак не назовешь. Он вырубает соперника, хотя тот тянет руку для пожатия. Встретился Робин Торрес с Кристианом Баезом. Робин, ну или же крыса, сначала перебивал соперника, однако венесуэлец быстро подобрал ключ к сопернику и отправил того в нокдаун. После отчета, казалось бы, что Торрес тоже посадил оппонента, но это не так. Он подставил ногу, чтобы тот подскользнулся и упал. Грязный грызун понял, что ему не победить. Он решил дать кулачок и сразу же не ждануть. Одноклубник Баеза наблюдал за этой ситуацией с первых трибун и был в ярости. Но, к счастью, через бой он встретился с этой крысой, и за меньше минуты Эстела отправил в нокдаун американца. Он просто прижал соперника к канатам и не давал работать грызуну. Аргентинский киллер просто избил Торреса, не дав тому и малейшего шанса на успех. Итог: победу одержал Эдуардо Эстела, отобрав нолик у крысы.